И всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Афанов Music, и сегодня мы с вами послушаем Благо Вайт 10 пальцы. Но, в общем, вы видите, да, октнутые люди, 13, сегодня 15 ноября. Не спрашивайте. Не спрашивайте, блядь, реально, как так вышло. В общем, трек во всех голосовалках в ТГ набирал 0%. Постоянно, ну, типа, вообще никто за него не голосовал. Благо Вайт мало кому сейчас интересен. Наверное, только мне-то, блядь, и интересен, как оказывается, да. И получается, что... вот тут еще две точки. То есть, как будто складывается ощущение, что трек полная хуйня. Понимаете, да? Это вроде West Coast. Сейчас послушаем и поймем. В общем, все, что я могу добавить к этому, потому что я, блядь, честно не знаю, почему настолько долго мы не могли послушать этот трек. Месяц, блядь, трек. Не альбом, трек. Охуеть просто. Месяц и два дня прошло на данный момент, когда я записываю этот ролик. Ну, блядь, могу только добавить, что не забывайте про телеграм-канал и твич. Ссылочки в описании, да, все есть в описании. Мы как бы начинаем слушать. Почему? Я хочу разобраться. Будет очень иронично, если еще я и добавлю этот трек. А вы, блядь, его все хейтили. Слушаем. Абрано в Калифорнии. Фак, это мальчик, на 10 пальцев. Камень танцует на цепи, это сальца. Сука, хочу кофе, сей, надо мои кальцы. Благо он белый, он white, как Вальтер. Тея меня вайбит, сука, она слаймит. Я кидаю трохи в эту суку, Коби Брайан. Жопа большая, на экран не влезает. Жесткий дик, она хочет моя память. Дома не пробуй это, don't try it. Вечно кручусь, как будто наша планет. Если я на сцене, тогда это спектакль. Фу, бля, она динозавр. Большая лоб, сука, она птеродакты. Это фристайл, но мой стильный бесплатно. Willy Wonka на заводе шоколадный. Гайзик на Кунцево, называюсь Кунцево. Это не Унца 2, не люблю Рукола. Вылетай Внуково, прилетай Пуково. Перестану, когда мир перестанет кружиться. AKA никогда. Походу она любит мой как. Пара блядей из Уфа. И пара блядей из Ставрополь. Фак, будто мальчик, на 10 пальцев. Камень танцует на цепи, это сальца. Сука, хочу кофе, сей, надо мои кальцы. Благо он обычно белый, он white, как Вальтер. Тея меня вайбит, сука, она слаймит. Я кидаю трохи в эту суку, Коби Брайан. Джоб большая, на экран не влезает. Жесткий дик, она хочет моя память. Оу, oh, шит. Твоя киска мокрая, оу шит. Без дерьма, тогда это no shit. Аня любит болтать, on some ho shit. Для малых я старше, big bro shit. Много услуг на мой Яндекс go shit. I don't give a fuck, сальтуха маш пит. Let's fucking go. Фак, кто-то мальчик, на 10 пальцев. Камень танцует на цепи, это сальца. Сука, хочу кофе, сей, надо мои кальцы. Благо он белый, он white, как Вальтер. Можно было гораздо посильнее бит реализовать. Бит интересный. Можно было гораздо сильнее реализовать. Но это не прям какая-то хуйня, нет. Не настолько, как это преподносили у меня в телеграм-канале. Нет. Там прям везде по нулям было. Вообще ни один человек не голосовал за это. Это никому абсолютно не надо было. Тем не менее, трек, ну, не на такие проценты, блядь. Не на ноль. Точно. В нем есть что-то интересное. Ну, типа, честно. Прикольный бит, но его реализация слабая. Типа, он флоу немножечко какой-то странный выбрал. Типа, ну, припев может быть норм, куплет тоже может быть норм, но чуть-чуть душит. Второй куплет не зашел. Как-то так, в общем, просто норм, я не знаю. Почти 52. Да, в общем, обычный трек, блядь, Благо Вайта, я не знаю, ну, ничего такого абсолютно здесь нет. Честно. Все на болотах, все стабильно, как. Да, не знаю, что сказать.
Ну, в общем, блядь, наконец-то мы послушали этот трек. Спустя нахуй месяц. Просто пиздец. Стоило ли оно того, я не знаю, блядь. Трек максимально такой пожевать разочек, да и выплюнуть. Не знаю. Не знаю. Но это очень смешно, конечно. Я надеюсь, у нас больше нет таких треков, не осталось. Хотя вроде остались. Вроде есть такие треки. Это не очень, конечно. Как-то так, да. В общем, не зашло, довольно обычно, и слабая реализация. Могло быть сильнее гораздо. Ну что ж, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это действительно так, то где-то поставьте ему лайк. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать еще больше реакций. Оставляйте комментарии, что вы думаете по поводу этого трека. Зашел он вам или нет. Спустя месяц, блять, вообще, да. Не забывайте про Telegram, про Twitch, про Boosty. Все ссылочки в описании. С вами был я, Афан. Вы были на канале Афанов Мьюзик. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.